Всем привет! С вами Лилия Донскова, и сегодня я отвечу на самый-самый распространенный вопрос. Как же быстро отрастить волосы, чтобы они были хорошего качества? Я вам расскажу свой личный опыт. Ничего не придумано, только то, что я пережила. У меня была мечта всегда иметь длинную косу, но волосы не росли. Они у меня постоянно секлись, выпускали такие серые грязные язычки, из-за которых волосы просто приходилось все время отрезать. И я ходила с короткими стрижками, ну максимум у меня вот так вот до плеч отрастали волосы. Но я очень целеустремленный человек, я стала изучать, как же правильно ухаживать за волосами и что вообще можно делать, чтобы волосы росли, были крепкие. И как вы знаете, что чем старше становится человек, тем рост волос становится медленнее, да, волосы становятся хуже, они выпадают, плохо растут. Но я считаю, что это неправда. Потому что мне сейчас 43 года, а волосы у меня растут изумительно. И при этом они настолько крутого качества. Я вам сейчас расскажу, с чего я начала. Первое. Я поняла, что волосы нужно кормить. То есть у меня просто голодные волосы были, им не хватало белка. То есть с чего состоит волос? Из белка. Так вот, нужно было дать белок. И я начала пить коктейль Wellness от Oriflame, мой любимый вкус клубника или ваниль, еще есть шоколадный. Каждый день я выпивала всего лишь одну порцию коктейля. Это вообще, в принципе, очень полезно для всего организма. Нам просто необходим белок. Так вот, начав пить коктейль, я заметила, что волосы стали быстрее расти. Я добавила витамины Wellness Pack, вот такой пакетик, в который входит 4 капсулы, то есть 3 капсулы, 2 омега-3, 1 капсула астаксантин и 1 таблеточка, это мультикомплекс минералы и витамины. Вот такой пакетик я выпиваю каждый день, ну крайне редко я пропускаю, потому что витамины не накапливаются в организме, они нам нужны постоянно, и я хочу выглядеть хорошо, я хочу выглядеть всегда хорошо, независимо сколько мне лет. И 2 раза в год я пропиваю такой курс из 3 пачек. Это нутрикомплекс целевой. Он специально для волос и ногтей. И лучше всего его пить именно в сочетании с Wellness Pack. То есть первую задачу я решила, это накормить волосы. Вторая задача, это как избавиться от секущихся кончиков. Я просто пошла в парикмахерскую и записалась на стрижку горячими ножницами. И когда мне стригли волосы, брали вот так по одной маленькой прядке. То есть обратите внимание, потому что многие стригут горячими ножницами, но они просто стригут. А мне делали вот таким образом. Закручивали прядку до конца. И те язычки расслоенные, секущиеся, которые торчали, вот их состригали таким образом, запаивая волос. И он уже не разъезжался. Следующее. Я добавила такую сыворотку. Специальная сыворотка. Вот у меня как раз это кончилось. Я сейчас взяла новую. Чем они отличаются? Это сыворотка для секущихся кончиков специально. А это антивозрастная. Ну вот, хочу особо поговорить именно об этой сыворотке для секущихся кончиков. Как ей пользоваться? Ну, тут уже почти все кончилось. Вот я беру капельки, ну, прям 2-3 капельки, вот так распределяю на пальчиках и прохожусь прям вот по кончикам, вот такими вот легкими, как бы скручивающими движениями, оставляя сыворотку на кончиках волос. То есть таким образом они становятся, если они топорщится, например, вы проходите сывороткой, и они становятся такие гладенькие. Вот смотрите, я просто сегодня вымыла голову, дала волосам подсохнуть, нанесла масло. Кстати, про масло это отдельная песня, это органовое масло с розой. Помимо того, что оно классно пахнет, оно еще очень шикарно ухаживает за волосами. То есть я наношу масло вот примерно начиная вот отсюда. То есть вот на вот эту всю зону, то есть от начала роста волос нужно отступать примерно 10 сантиметров. То есть я отступила и вот отсюда наношу масло. Буквально вот на мою гущину и длину 3 капли, 3-4 капельки. На влажные волосы наношу. И если нужно, я волосы подсушиваю феном. Но старайтесь феном не сушить. Но если уж необходимость есть, хотя бы досушить, там их там, приподнять что-то, но не слишком горячим воздухом. А потом я не пользую утюгами. То есть специальные есть утюжки для волос, я ими не пользуюсь. Ну, может быть, там на выход, если я хочу прям идеально гладкие волосы, тогда да.
в принципе, вот хватает этого. То есть сегодня я ничего не делала, кроме масла и сыворотки. И вот такой эффект получается, волосы шелковистые, гладкие, они такие и пышные в то же время, и чистые, то есть нет на волосах тяжести. То есть что мы делали? Накормили волосы белком, использовали хороший шампунь и бальзам. Я хочу сказать, что в Oriflame мне подходят все шампуни, я периодически чередую. Я могу взять то одну коллекцию, то другую, но вот самая моя любимая — это серия антивозрастная и специальный активатор для роста волос. То есть есть серия тоже, которая стимулирует рост волос. Далее мы добавили витамины, обязательно масло. Делаем массаж. У меня есть такой массажер, я им каждый день стараюсь делать массаж, то есть просто массирую кожу головы, чтобы усилить кровоток. Если массажера нет, просто возьмите хорошую массажку, чтобы у нее были все кончики закрыты. То есть если слетают вот эти вот пимпочки, которые закрывают острие щетинки, меняйте щетку. Я беру эту щетку и расчесываю волосы по всей длине обязательно утром и вечером и в течение дня. Щетку нужно почаще мыть и очищать от волос. То есть моем, очищаем, чтобы все было чисто. И что я еще рекомендую, это нельзя мыть голову холодной водой. Просто для волос перепады температур очень вредны. То есть если вы моете голову холодной водой, волосы будут быстрее сбегать с вашей головы. То есть используйте хорошо теплую воду, такую, ну не горячую, не кипяток, а сильно теплую. На улицу, когда холодно, выходите в шапке или в платке, то есть защищайте волосы от перепадов, или в капюшоне, по крайней мере, да, чтобы была защита. И тогда ваши волосы начнут расти, они изменятся качество волос, потому что у меня сейчас нет ни одного секущегося волоса. Просто я стригу раз в полгода, подрезаю кончики, мне мой парикмахер с восторгом говорит, я таких волос давно не видел, чтобы они были настолько здоровые, крепкие и красивые. Согласитесь, это несложно. Все, что я сказала, любая из вас может себе позволить. Я вам желаю длинных, красивых косичек, чтобы ваши волосы радовали не только вас, но и всех окружающих, да, чтобы они струились и росли. И я вам желаю всем счастья. До встречи в следующих роликах. Пока-пока!